Jazz Club. Сделать небольшое отступление и рассказать по поводу этих ободов. А вообще производитель подразумевает такую возможность, что бескамерку на эти обода можно поставить, не проклеивая ободную ленту. У нас есть знакомая, которая именно катает в таком сетапе, но я все же решил ободную ленту наклеить. Колеса были предварительно собраны, они держат давление без герметика что-то в районе суток. Вам может показаться, что три вот таких пузырька — это мало для фэт-колеса, но с учетом того, насколько хорошо оно держит, этого будет более чем достаточно. Всегда бы оно так собиралось. Как бы у производителя раму на заметку, кабель канала — это наше все. Это сделать не очень дорого. То есть можно вклеить банально просто ПВХ-трубку. Можно целлофановую какую-нибудь плотную трубку вклеить, как сделано здесь. Но насколько это упрощает сборку и насколько это меньше гремит в процессе. Так что производителю рамы мой респект. Побольше, так что кому-то может показаться, что мы оставили слишком много, но это не наши хотелки, так же как эта пизанская башня под выносом.
Также замечен очень интересный баг. Это 12-скоростная цепь. Это 12-скоростной замок. Это Narrowbite звезда. Оп! Замок не хочет садиться на зубья. В общем, надо попробовать прокатиться. Если оно не раздрочится, тогда, наверное, имеет смысл менять замок на 11-скоростной, который чуть-чуть пошире. Либо клепать цепь. Очень странно, впервые с таким встречаюсь. Хьюстон, у нас проблема. Тут ситуация парадоксальная. Во-первых, нам не будет не подлезть к болту, но это может быть и меньшая проблема. Болт можно там под рожковый ключ поставить. А проблема в том, что калипер упирается в раму. То есть получается, что эта рама для 180-го ротора сзади не предназначена. Либо она предназначена с каким-то другим адаптером. Скорее всего, классический шимановский удлинитель PM плюс 20, который на двух сквозных болтах высоких стоит, вот с ним, скорее всего, все заработает.